Всем привет! Вы на Флагманшоп и с вами рубрика F-новинки. Сегодня поговорим о карбоновых головах под сака серии Тригарон. Головы под сака флагман Тригарон довольно-таки легкие, жесткие и прочные, предназначенные для фидерной и поплавочной рыбалки. Рама такой головы выполнена из чистого карбона с маркировкой 40 тонн, а узел крепления выполнен из карбона 30 тонн. Легкая рама под саки должна сочетаться с сверхтонкой сеткой из монофильной лески Black Mono. Голова под сака флагман Тригарон имеется в трех размерах, и сейчас я расскажу более подробно, для чего они предназначены. Самая маленькая голова под саки имеет размер 40 на 30 и вес 120 грамм. Такая голова отлично подойдет для ловли плотвы, под леща, то есть такой спортивной разнорыбицы. И если у вас клюнет довольно-таки трофейный карась, либо лещ весом за 2 килограмма, то он спокойно туда влезет. Второй размер головы под саки имеет 50 на 40 сантиметров и вес 135 грамм. Средний размер головы под саки — это более универсальный и предназначен для разных условий рыбалки. Ее можно применять как для ловли карася, леща, соответственно, небольшого карпа в стиле F1 и также самой плотвы. То есть она будет более универсальной для абсолютно всех рыбалок. Третья модель подсаки имеет довольно-таки внушительный размер и предназначена для трофейной рыбалки. Размер данной головы подсака 60 на 50 сантиметров и вес всего лишь 165 грамм. Подводя итоги данного обзора, что вам хочу подрезюмировать. Данными подсаками я пользовался на протяжении полугода, и они были на множестве разных соревнований, даже на клубном чемпионате мира. Если вы современный рыболов и для вас важна легкость и надежность, то лично я вам рекомендую головы под сак серии Тригарон. Не забываем подписываться на наш канал, смотреть новинки от компании Флагман, ставим лайк этому видео, пишем комментарии, активируем колокольчик для того, чтобы не пропустить новые новинки. И, конечно же, с вами был Алексей Пугач. Всем пока!